Здорово, Канати, короче, сегодня встретился с... Макс, пик машины, короче. Да, здоровый. Вот, кстати, все в натурашку все. Об этом тоже немножко поговорим. И сегодня у нас встреча не просто так, а, короче, Макс как специалист по стрит-лифтингу, да? Стрит-лифтинг. Будет. Ну, не специалист, а так, середнячок. Середнячок, да, но середнячок такой, талантливый, так сказать. А, будет пытаться учить меня, да, так сказать, не такого здорового, как правильно делать выход силой. Потому что я, да, давно хотел это сделать, но, короче, что-то не получается, письмо там, че вообще, че. Вот, и поэтому Макс, думаю, мне поможет в этом, короче. Да все у тебя получится. Все полностью, конечно. А какой, старайся. Какой, значит, лучшее, что самое главное в каком-то неком таком подводящем упражнении делать для вот этого выпуска? Либо не подтягивание. Подтягивание. Да? Конечно. Да, сначала делаешь подтягивание, доходишь хотя бы до 15 повторений. Потом... Сейчас я покажу Максу. Тебе нужно взрывную силу развивать. Ну, у тебя видно, что... Гофнер, то есть... Да. У меня сейчас в плохой форме, короче. Хотя бы делать... Тягивай. Хотя бы? Да, но это я высоко очень. Хотя бы. Хотя бы, не хотя бы. То есть движение такое идет. Ты вперед идешь, и потом резко назад. Ну, прям в одно движение. Ну, такого. Похоже, да. Ты залетел туда практически. Понятно. Богу. Да, это, ну, это потому, что я делаю с дополнительным весом. Дополнительный вес, он развивает взрывную силу. Какой? Сколько вес максимум? Подтягиваю. О, подтягиваю. А, 76. Был с прошлого воскресенья. 76. А весишь ты 80? 84. 84 весит, практически двойной вес. А, кстати, во, хотел сказать. А как у тебя вот различается масса, как вот, например, ты с утра, ты сколько раз взвешиваешься? А я не взвешиваю. Мне это не важно на самом деле. Я вот, ну, хочу работать с дополнительным весом. Мне это интересно просто. Просто интересно работать с дополнительным весом. Очень пофиг, сколько ты весишь, иногда там, ну, взвесишься, да, и все. Конечно. Аминь. Я просто, знаешь, что я хотел сказать, что вот я замечал, у меня в течение дня чуть ли не 2-3 килограмма сохранять вес. Да, на вес вообще не обращай. Типа, цель должна быть другая. Цель должна быть такая вот. Если хочешь выход научиться силой, то цель должна быть научиться выход силой. Если хочешь, ну, там, перезон, цель должна быть перезон. Понятное дело, что все это сложно совмещать, там, подтягивание. С дополнительным весом, если ты будешь делать, то у тебя будет центральная нервная система. Грузится, да? И тебе уже потом будет сложнее тренировать горизонт. Если ты хочешь прям целенаправленно горизонт, да, у тебя цель горизонт, ты должен тренировать горизонт. Вот. А вот забить, еще... забить на там на отжимания, на пульсию, да, чистую. Чтобы силы не тратить, да, соответствовать. Да, да, потому что это все энергия. Yeah. Вот я тебя понимаю, я сам это замечал, что если кто-то очень сложное делает, что ты не сможешь сложно и то, и это. А хоть, да, и вопрос такой. А в детстве, да, вот мы делали вот такой вот, через одну руку, вот, вот так вот. Это уже другое движение. Ну, это херня просто. Ну, там, это да, не ты, силовое. Ты на одну руку просто вес тела перемещаешь и другую закидываешь. Почему у меня так не получается две за? Взрывной силы. Ты должен прям за счет широчайших в одно движение сделать. Взрывной силы, блин. Вот обрати внимание, как я делаю. А? Беру, да. Вперед раскачку. Ты биг машин. Видишь, то есть я в одно движение, я просто себя тяну и все. А покажи медленно, вот прям. Медленно. Сейчас еще прохладно, и поэтому даже нагрузка на связки не чувствуется. Медленно. Связки повали. А. Оба! А край кросс мне, кросс мне нравится. Достаточно. Ну, они, конечно, сейчас легко идут.
потому что с дополнительным весом. Я дополнительным весом с 30 килограмм так занимаю. Меня недавно начали. И мне вот карлики пишут, да, ну, аудитория какая-то смотрит. Мне, получается, пишут, что ты типа там отталкиваешься пальцем, когда делаешь. Ну, блин, я же могу же сделать выход силы на турнике с 32 килограммами, значит, я там, понятное дело, не оттал. То есть там идет и немного рывочек, но все равно нагружается с таким весом и мышцы. Поэтому я все равно могу делать с 32 килограммами. Что такой вопрос, хоть ты не этим... Он сложнее. А не этим вот занимаешься? Из бодибилдинга, как ты не к бодибилдингу относишься, но у тебя процент жира вот, или нет? Что, Заря, а как вот сепарация? Я думаю, я тебя мало. Перед суфа вот если вот, почему вот, у тебя с этой стороны вот где-то есть сепарация? Ты можешь туда вот так? Вот так, да. У тебя вообще все с этой стороны? Крепление. Генетика. Люди, генетика, понятно. О, не получили. Генетика. Кто-то, может, на фармакологии сидит, там, на соматотропном гормоне. Не, просто слушай, мне говорят этому, я вот бывает так это показываю, говорят, да у тебя мышцы нет, ты не меньше напрячь, да, как-то. Но как бы тебе есть что начать, тебе есть что-то. Это интересно, ладно. Я просто, мне вот интересно, мне тоже хотелось, знаешь, как это, в детстве там, ну и до сих пор. Все от генетики зависит. 30. От генетики все зависит. Это так же, как и на турнике, кто-то прям горизонт за 3 месяца увеличится, да? Да, причем у тебя плечи, у тебя сепарированы. Плечи, да. Это генетика. Все генетика. Даже у некоторых пресс, например, кривой, да, у кого-то там 8. У меня 6. У меня нижний кубик, например, не просвечивается. У кого-то нижний кубик просвечивается. Просто, наверное, надо вообще там жир, короче, убить. Не, это просто строение мышц. Строение? Все от строения мышц. Ну и понятное дело, что и подкожный жир тоже влияет. А ты про сушку знаешь это вообще? Теорию про сушку? Просто меньше углеводов есть. Все, больше белок. А вот знаешь, они там 2 дня, что не пьют, вообще будут выезжать? Ну это перед выступлением. А, это понял. Ну это, конечно, сложно. То есть там, я так понял, там очень много заказанных стопов, еще не понятно. В конце они, короче, шлифуют именно воду. Ну, это чтобы подсушиться, чтобы мышцы были. Ну, на связке, на все, нагрузку, конечно. Все равно организм хочет воды. Ты представляешь, ты себя ограничиваешь стрессом. А, кстати, вот что удивительно, да, человек, по сути, вообще бодибилдингом вообще не занимается, от слова вообще никак, но, по сути, его можно включать на соревнования, тебя реально. Бегаешь, что ты там какое-нибудь, третье место займешь, наверное, в Москве. Вот удивительно, да, вот кто-то, наоборот, качается, но там ничего не получается. А вот расскажи там это питание, что ты ешь? Обычное питание, сейчас даже 2 раза в день. Ну, особо не парюсь, ну ничего. Давай яйца... сейчас, нет, начнем. Вот ты проснулся условно в 8, пример, да, в 10, 8. Сейчас утром что не ел. Сейчас утром не ел. На работу. Через сколько на завод. Часов? Да, на заводе. Через сколько часов ты ночь? Потом вечером прихожу. Нет, вначале. 17. То есть ты с 8 до 17 минут? Да. Сейчас нет, не норм. Нет. И ты, он не сливается, и не сливает. Ну, потому что с дополнительным весом. Поэтому не Ну ладно, хорошо, пришел ты в 17.30. Что ты делаешь? Яйца. Макарошки. Где желтка или желтка? Желтка. Сколько есть? 3. То есть ты не 10, там, знаешь, какая-нибудь по 10. Я не заморачиваюсь. Я больше упор делаю на русские мясо. А сладкое? Бывает. За смерть что-то. Ну, вот что конкретно? Шоколадку. А, ладно. А такой Макдональдс, Бюргер Кинг. Бывает. Вот. То есть ты заходишь, и ты не думаешь там, как-то вот Бюргер Кинг зашел, что ты, похочешь или нет? Нет, я не боюсь. А смысл это все потратится. Ну, с учетом, как я тренируюсь, это все тратится.
Все тратится. Сверхчеловек, просто свет. Сверхчеловек, карлики, видите его. Просто любуйтесь. Все... все зависит от сна. Еще нужно хорошо высыпаться. Сколько часов? Лач. Для меня 10 часов. Следит. Стабильно 10 часов. Понятно. Я волосы, кстати, тоже больше хотел спать. Чуть меньше, сейчас для меня 8. Потому что у нас во сне выделяется... Рост. А? Рост? Гормон роста тоже у вас. А вот ты... С 10 там... А мышцы растут как? Вот есть такое, это, что мышцы растут, когда человек спит. Конечно. Потому что гормоны выделяются. Все от гормонов зависит. Ну смотри, почему вот, ну, в возрасте в основном все там толстеют? Потому что кортизол. Может быть такое, что очень большое количество кортизола выделяется. Он, понятное дело, что это катаболический гормон. Расщепляет мышечную ткань, расщепляет жиры. Но если он большой концентрации в организме выделяется, то это может привести к ожирению поверхностного типа. Гиперкартицизм. То есть синдром Ойцерка пишет. Ну и ты можешь, короче, набрать жир в плечах, в лице можешь набирать. Гормональный сбой. Да, да. Ну что? Это так же, как и, например, гипогонадизм. То есть, кстати, от гипогонадизма тоже доставка тестостерона при тоже набирать. Недостаточно тестостерона, а там получается эстрадион очень. Типа обрабатывается, и ты набираешь. Эстрогены выделяются. А если жир, из жира также будет эстроген. Из жировой ткани. Насколько я знаю, вроде от жировой ткани эстрогены выделяются. Ты имеешь в виду жировой в организм или что-то ест? Ну вот жировая ткань у тебя поставит. И гормоны. Ты, чем жирнее, тем больше ты в женщине. Вообще. Даже голос может меньше. Высота голоса. Так. Вот поэтому некоторые в старости и колят тестостерон, чтобы себя хорошо чувствовать. Хорошо. А вот ты сказал, значит, ну все, ты два раза ешь. Значит, первый раз вот ты поел. Все-таки еще раз давай овощи. Значит, вот любой один день, что ты... Бывает, гейнер выпил. Вчера? Вчера выпил гейнер. Вчера выпил гейнер. Но это вечером будет. Съел яйца. И там мясо. Ну, если ты пришел с завода и вначале... Обычная еда. Нет, вначале гейнер или как? Нет, вначале там мясо. Мясо не варим. Это без разницы, все равно. Был чай с сахаром? Кофе же есть. Сахаром без? Шаурму еще. Наши цены вообще. Но кофе без сахара? Сахар. Я его особо много не пью. Понятно. Так, а второй раз потом что? Потом после шоу мне приезжается. Это у тебя один прием без брони. Ты сказал, ты два раза в день. Второй раз был. А, ну, это как два было. А, ну шаурма через некоторое время вы сразу. Через некоторое время. Не, ну шаурма это прям. Ну да, она утоляет. Ну, в принципе. На шаурме, вот, сразу. Ну, в принципе, в ней ничего особенного нет. Ну, что там, соус? Да, курица и лаваш. Я даже скажу. Там что-то чувствуется жирно. Ну, потому что соус. Соус, сметана. Мясо вот это свиное, оно типа жирненькое. Оно даже вот это верцело, это жирненькое. Не, ну ты даже курицу ешь. Не, если ты ешь. Мясо. Оно жирненькое. А смотри, а вот как ты считаешь, если человек полный ноль, ну не я чуть-чуть из жеба, вот человек не умеет даже, например, подтягиваться, да? И нужно, вот ты стал 15, и сколько раз? 15-16 раз, 16. Хотя бы такой тип. Действуй. Ну, нормально, да? Да, в тобой же. И старайся пресс напрягать. То есть ты ноги прогибаешь. Но здесь неудобно. Ну, я высокий, да. Ты же пресс вот так. Ну, то есть ты висишь, да, ты прыгаешь пресс. Напряг пресс,
и пошел. А, и вот, а, ну, вообще, ты как-то считаешь, что если человек с нуля, знаешь, как он 15 раз ходит, какое-то время он может... Практика лично. Все зависит от генетики. Ну, кто-то может за 3 месяца, прям 20, да? Кому-то нужно работать, ребят. У кого-то связка слабая, да, генетически. Все от генетики. Ну, ты 6 лет, да? 7-6. А до этого прям вообще не занимался? Чем больше? Ну, нет. Ну, бывало с ребятами там. Ну, редко. Я видел, ты прям... Ну, нестабильно. Таким обычным подростком дрящом был, да? Да. Никобай. Это мне лет 16. На самом деле. Ну, тогда начиналось все. Все были такие. Смог кабанчик. Да, я выход на... Ну, там тренировал. Офицерский выход тренировал. Да, ну я 15 раз, да, если смогу. Делал, короче. А скажи, вот тебе еще... Тебе на технике надо работать. Ну, как я показал, когда тебе... Не даю профессию, а карфейн. А это, кстати, есть кваталаты? Да кватал. Нет, нормально. Во, виден? Тут уже мышцы пожалуйста. Чувствуешь, да? Спина, локти. На локти, да. Ну это понятно, когда медленнее, ты больше мышцы. Да, а если ты, например, шеи прям вот так висишь, да, то на локте видишь. Но, конечно, чтобы на локте меньше нагрузка, можно обратно. Но я легко делаю, потому что я с дополнительным весом. Ну, обратный он, мне кажется, там очень сильно другие все. Там на бицепс нет на мышцах сильно. Да. Но это... спина с дополнительным весом, если так работать, да, с большим, там, с 50 килограммами, с 60 килограммами, спина все равно длинно двигаться. То есть все равно ты делаешь подтягивание, ты делаешь тянущее движение, и у тебя все равно включается в работу спина. Широчайшие мышцы спины, они включаются в прилипе подтягивания, просто нагрузка разная. И обратно больше на бицепс. Вот, но, например, ты с 60 килограммами, с 70 тебе уже будет сложно сделать прямую пару. Лучше обратно, прикасываться. Чем больше дополнительного веса, тем больше двигательных единиц включается работа. То есть больших мышечных волокон больше включается. И это стимулирует рост. Но вес это, значит, нужно какие-то приспособления какой-то. Да, пояс для отягощения, гиря. Ну, это если серьезно, то это обязательно. Вот карликов, наверное, заинтересует, а как это? Вот грудные беды? А Груся с весом. Я сейчас с весом только. Какое вот движение, там, покажу? Обычное отжимание. Обычное отжимание, ну-ка. О, биг-машина. Вот это грудные качаются, да? Плечи. Ну, это понятно, и плечи, и грудные. Ну, вообще пипец. Ну да, вот видите, карлики, вот так вот. И все, и больше ничего. Ну, с дополнительным весом. С весом. Вот. Главное техника. А вот как лучше-то тренировать, например... Подтягивание на одной руке тут. Твоя одна из фишек, да, как бы. Ну-ка вот. Сейчас. Вот я думал, что негативно лучше, да? Ну, потом пытаешься. Ну смотри, негативное это больше статика идет. То есть тебе это, ну, это может как база быть, да. Чуть-чуть помочь. Но все равно нужно учить само движение. Не знаю, сейчас получится. Сейчас уже я забился. То есть нужно динамическое движение, чтобы динамика немного. Да как вы лучше на тренировках? Просто пушки хотя бы. Можно с прыжка чуть-чуть. Должны руки влепиться. Плечо. Плечо отступаться. У меня там все связки помните. С резиновой петлей можешь тренировать, да. Сейчас я не взял резиновые петли, да. Надо было взять.
просто за резиновую петлю держишься. Ну, это я в курсе, желательно, да. Желательно не так держаться, потому что здесь идет как подтягивание, да? Потому что рука внизу. И падал. То есть внизу держишь руку, но держишься за резину. И вот так тянешься. И так же изумрусь за резину. Основная нагрузка идет на бицепс. То есть сухожилие бицепса напрягается. Ну и плечевой сустав напрягается. И нужно прямо плечо вставлять в лопаты. То есть ты вставил за счет сокращающего. Ты должен прям легко держать тело на руке. То есть тебя не должно закручивать. То есть ты вставил вот так плечо. То есть я не вот так вот вставил, да? А вот. То есть я, по сути, я включил уже все мышцы, включил плечо в работу. Вот вставил плечо в сустав. И тянусь. Это должна быть сила даже. Специфическая. То есть не должно закрыть, что-то контроль. Самое сложное тебе, наверное, нужно в начальный момент, тогда еще два кураточка. Конечно. Потом уже будет. Конечно, но самое сложное – это начало этого движения. На плечо идет нагрузка. Сначала плечо, потом бицепс, бицепс. И она как бы в начале стала. То есть, чтобы вставить плечо, нужно спину. Это так же, смотри, это когда подтягивание делается. То есть вот так, когда ты бицепс сложнее, тогда вставил, лопат свелчен. Ты как бы немножко точку ниже. Лопатку ниже посадить. То есть вставлять плеч. Так же и выходы в силу. То есть сложно прям поймать. Как бы преднатяжение такое сделать. Да, так и менее травмоопасно, да, плечевое движение. Движение, да. Так, понятно. На самом деле много от плечей зависит. Плечевой пояс должен быть на турнике, там делать выходы в силу, подтягивать. Желательно, что же плечевой пояс. Связка. Понятно. Под плечи самые слабые. Понятно, там бицепс, да. Трое всего. Ну, бицепс, быстро. А вот плечо как качать? Прям... Не, бицепс, это, кстати, тоже к плечу относится. То есть вот это все это плечо. Да? Если по анатомии. Ну, по анатомии там, а может приплечь. Да, это все плечо. У нас же бицепс, получается, двуглавая мышца плеча называется. Это все плечо. Вот это плечо, плечи. А это дельта. Дельтовизм. Ну, все просто их обычно отмечены. Потому что когда человек говорит плечо, он имеет в виду вот это. Не-не, все. Даже если тогда не бицепс. Но это по анатомии. То есть у нас так все. Сложили, оно проходит через фиксацию. Даже ты, наверное, видел многие турнирмены. Но было такое время, когда они рвались. Либо сверху рвалось. Там диски очень часто. Либо здесь. Но чаще здесь. Потом пришивать там. Потом уже, скорее всего, всех результатов. Смотря как причить. Как грамотно сделать операцию. Ну, по-моему, карьера обрывалась, когда рвались. Серьезно, ну, штангистов, они подорвались. Сколько я знаю, все равно все срастается. Все. Ну, конечно, слабее становится. Так, а сейчас поговорим это про передний низ. Тоже очень такая наболевшая тема для многих. Для кого? Я его мало держу передний низ. Вот. Но тем не менее мало, но держу. Чуть-чуть. Вот. От восстановления зависит. Ну, сейчас можешь продемонстрировать. Да. А мне вот выбор. Я вот, короче. Я, естественно, ну, слабо, короче, но я тренировал его. Достаточно слабо, короче.
Так, сейчас, подождите. Мне вообще видно будет. Мне просто вот скажи, сколько мне вот до виса, ну пофиг там секунду, да, хотя бы сколько мне осталось. Долго, да? Вообще я на самом деле слабо, короче. Тебе нужно хотя бы вот там. Ну это на самом деле очень сложно. Таз надо. Тут как проще. Просто... Вначале с одной на другой потом. По сути, просто кисель, да, нет никакого такого движения вообще. Полностью просто надо тело контролировать. Напрягаешься, значит, какие мышцы будут? Трицепс, задняя дельта, широчайшие разгибатели позвоночника. Да по сути все тело напрягается, пресс напрягается. Да? Широчайшие, да, грубые, большая, малая. Зубчатые мышцы какие? Это не широчайшие. Широчайшие крылья, не там. Краску они выделяют. Ну, между ребрами. Да, да, они прям по ребрам. Пресс, да. Конечно. Ну, как стабилизатор это. Ну, разгибатели позвоночника. Квадратная мышца. Кстати, в нем еще можно, можно, если плохо разогреться, то можно повредить квадратную мышцу. Где вообще? Вот здесь, что на тазобедренном суставе. От ребра крепится. Вот здесь ребра, она крепится к тазобедренному суставу. Да, разгибаем. Ну, еще около позвоночника. А вот это значит, вот еще я не знаю, как это делать, медленный выход. Вот это я вообще не могу, пипец. Подтягиваться покажу. Надо научиться. Пипец вообще, это монстр. Ну как я вначале показывал, прям до груди, ну это живота. Так нужно научиться. Это монстр, да. Хотя бы до груди, да не за руку. Опа, селище, короче. Нагрузка на локти. Вообще перед каждой тренировкой нужно хорошо разогреваться. Бывает такое, что не разогреешься, и там сухожилия повредишь, связку повредишь. Хорошо, если мышцу повредишь, растянешь просто. А если сухожилия, то это уже проблемно, оно так просто не заживет. Потому что там кровообращение плохое. Потому что месяцами, оно вообще постоянно. То есть это нужно делать физиотерапии. Ну, у меня на самом деле такая болят. Понятненько. Ну, короче, карлики, в общем, вот такой вам видеоматериал. Да. Более подробно об этом всем вы уже, соответственно, узнаете на канале самого Максима. Ссылочка в описании. Ну, в общем, Максим может что-то сказать. Бит-машина Макс. Сын Каримыч Пактов. Австриец. Австриец. Короче, переходите к нему на канал, в общем, там всему научу, хорошему, естественно, покажет, короче. Вот, и будете развиваться дальше вместе, потому что ты же, ну, планируешь еще дальше. Поэтому, так сказать. Планирую до 50 килограммов выпустить. Понятное дело, не сразу. А, кстати, может, ты хочешь какой-то чемпионат построить, чтобы выиграть, нет? Ну, я КМС. Уже, да? Я бы мог мастера спорта взять, но я там резко стартанул вначале. Ну, у тебя... Не засчитали, но я бы взял. Конкретно вот ближайшее будущее, есть какие-то все-таки планы там, выиграть соревнования? Конечно, на СМК. Хотелось бы. Год, два, так.
разница. Как прогресс пойдет, все зависит от того, как...